21 января отметили свой профессиональный праздник военнослужащие инженерных войск. В Пинском пограничном отряде инженерно-технические подразделения действуют с 1997 года. Их основная задача – оборудовать государственную границу, используя технические возможности и новейшую оснастку. Самая ответственная работа отводится Центру инженерного обеспечения пограничного отряда. Силами Центра инженерного обеспечения и подрядными организациями был выполнен большой объем по инженерному оборудованию государственной границы. В том числе оборудовано около 80 километров рубежей охраны, 50 километров пограничных дорог, возведено 46 километров заграждений и сетки сварной. Это данные за последние 5 лет. Инженеры-пограничники также построили 1,5 километра гатей, 7 автомобильных мостов и около 40 водопропускных сооружений. В списке выполненных работ и наладка оптиковолоконных магистралей протяженностью более 40 километров. Самая большая трудность и самый трудоемкий процесс – это подготовка рубежа к возведению забора, который занимает очень много времени и встречаются такие трудности, как... Мы находимся на Полесье, это болота, русло старых рек, озера, вносят коррективы и погода, мороз, холода. В этом году у инженеров-пограничников новая задача – оборудовать участок пограничной заставы Сварынь в Драгичинском районе. На сегодня здесь задействовано большое количество людей и десятки специальной и автомобильной техники. Общая протяженность оборудованного рубежа в итоге составит 20,5 километров. Здесь появятся 2 контрольно-следовые полосы, оградительный забор и дорога. Само ограждение оснастят так называемой интеллектуальной системой и камерами видеонаблюдения, что в свою очередь облегчит несение службы на пограничных заставах.